Яка-362, и сегодня я вам покажу, как получить 5 предметов абсолютно бесплатно. Это вот такая кофточка, такие вот штанишечки, такие вот странные очки, такая вот типа кепочка. Так, сейчас покажу. И вот такой вот рюкзачочек солнышко, миленький. Для этого заходим в эту игру. Вот я зашла в эту игру. Так. Сейчас покажу, что здесь вам надо сделать. Чтобы получить рюкзачочек солнышко, эти очки и кепочку, надо нажать на кнопочку «Магазинчик». Нажимаем на нее. И надо нажать вот на эти кнопочки. Вот то, что здесь написано «бесплатно», и надо нажать на кнопочки, которые здесь будут внизу. Ну, короче, на эти предметики нажать. И тогда вам они будут. Так как у меня они уже есть, то вот. У меня здесь написано «Овнет». Ну и вот, они у меня уже есть. Так. Теперь я вам покажу, как получить кофточку и штанишки. Их будет получить потруднее, чем эти три предметика. Надо вот подходить вот к этим лимончикам. Стойка с лимонадом. Нажимать на кнопочку «Е». И тогда на 30 секунд будет увеличиваться прыжок. И надо собирать солнышки. Всего надо собрать вот 60 таких солнышек. Они будут, к примеру, здесь на зонтиках могут быть, на пальмах, на крышах зданий, а могут просто где-то валяться, могут быть на проводах. И еще также несколько солнышек сейчас покажу. Вот можно подойти вот сейчас. Вот здесь вот есть такие жестки. Вот сюда вот нужно... И вот здесь вот в каких-то таких колечках вот могут быть солнышки. Их вот надо будет доставать. А когда вы прыгнете, то тогда вот окажетесь здесь, где были. И когда вы соберете 60 таких солнышек, вам дадут вот такие вот красивые радужные кофточку и штанишки. Ну, с ботиночками. Ну вот, здесь еще также вот есть лимончик. И они, лимончики, есть в разных местах. К примеру, вон там еще есть лимончик. Вот, вот он. И также много солнышек будет вот на этом здании большом. И также могут быть на проводах. Так. Теперь покажу, как вот на это здание это само залезть. Здесь просто надо вот здесь попрыгать. И вот, вы на этом здании. Здесь уже можно вот здесь попрыгать. Сюда прыгнуть там. Сюда. И вот. Поэтому вот так легко можно получить 5 таких вот бесплатных предметиков. Очень красивых. Ну, с вами была я, Яка-362. И на этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, у вас все так же легко получится. И вам теперь бесплатные предметики очень понравятся. Всем пока и до скорых встреч!